Барнаульский планетарий – уникальный образовательный объект. С февраля этого года жители краевой столицы в бывшем кинотеатре «Родина» наблюдают интерактивное звездное небо. Здание, где ранее располагался планетарий, вернули православной церкви. Чтобы звездное небо засияло в «Родине», объекте культурного наследия, его начали активно реконструировать. В прошлом году на обновление крыши и покупку нового оборудования направили порядка 18 миллионов рублей. Средства направляют и в этом году. Благоустройство территории, это фасадная часть, это ремонт кровли, ну и ремонты уже здесь непосредственно внутри здания. Что такое в планетарии ремонты внутри здания? Это, конечно, в своей основе это приобретение нового оборудования. Общая сумма затрат с учетом нового оборудования приближается к 100 миллионам рублей. Сейчас готовится заявка на техобследование и проект ремонта фасада. Планетарий сегодня крайне востребован у горожан. Об этом говорят цифры. 60 тысяч посещений в год. Уже на сегодня сделано 57 тысяч. То есть мы вполне можем говорить уверенно о том, что, конечно, будет эта цифра перевыполнена, что, естественно, позволяет... И даже, я скажу так, ну, сделает обязательным для нас вложение денег в планетарий для того, чтобы он развивался. Популяризация планетария позволит получить дополнительные знания по астрономии, астрофизике и космонавтике. Уже разработано 40 астрономических программ как для детей, так и для взрослых. К слову, еженедельно в учреждении проводят бесплатные вечера астрономии. Возможно, здесь и уличные наблюдения за Солнцем. Валентина Аскерова, «День с толком».